Всем привет, с вами Коба, всем привет моим подписчикам, всем привет подписчикам Боди. И сейчас я вам хочу сделать, то есть сказать очень важную новость. Ну, сначала для моих подписчиков это то, что в воскресенье, то есть завтра в 11:00 по московскому времени произойдет вайп на сервере Розетка Крафт. И добавляется новый админ, это то есть Боди, и еще один, это его друг. То есть мы теперь с Боди как бы владеем одним сервером, то есть у него все такие же права, какие у меня. Мы будем очень часто вместе снимать на нашем сервере, также играть вот на этой сборке с модами, ну и так далее. В общем, мы решили объединиться и надеемся, что на хороший онлайн. Ну, теперь для подписчиков Боди, вам тоже всем привет, надеюсь, мы подружимся. Ну, хотя как-то глупо, конечно, я говорю. Ну, для вас тоже радостная новость. Это Боди открывает сервер совместно со мной. Ну, в принципе, вы уже все, наверное, поняли. То, что... То есть, будет сервер. Буду стримить я, потому что он не сможет стримить завтра. То есть, открытие прямо как стрим. Поэтому заходите все на мой канал завтра в 11 часов по московскому времени, в 11 утра, и будет вайп. Слотов уже 180. В принципе, можете сейчас зайти поиграть на сервер, изучить плагины, сборку саму. И, ну, то есть она кланвар сборка, то есть просто очень хорошая сборка, версия 1.5.2. Вот, надеемся, что у нас все с ним получится. Ну, всем спасибо за просмотр, с вами был Коба. Бодя тоже будет на стриме, то есть мы будем стримить и вот. Всем пока.